страдаете от недопонимания? Некому исцелить душу. Одиночество – ваше второе имя? Обратитесь к специалисту, в конце концов. Жму руку до локтя, с нами я, и мы продолжаем проходить. Не подходи сюда, придется читать. Знаешь, совсем не пугает. Что ж, продолжим. В поисках яйца. В новейшей модели суперхолода 5000 лежат яйца, лук порей. И упаковка свежего сыра, нежность. Взять яйца. Прости, сыр нежный, сегодня не твой день. Необходимо ли приготовление яичницы? Рекламная пауза. В вашей жизни не хватает стекла? Негде хранить свой алкоголь? У нас есть решение. Ультрасовременные эмулиумы бутылки 800. Созданы профессиональными стеклодувами в отличных условиях. Эти бутылки обеспечат вас нежным хранением и веселым досугом. Миллениум бутылки 800 можно использовать для чего угодно. К примеру, сделать из них орган для ваших музыкальных перформансов или розочку для местных элитных врагов. Хрясь! Миллениум бутылка 800 прослужит вам в десятки раз дольше, чем обычные бутылки. И только сейчас вы можете заказать их по специальной цене, всего лишь неизвестная стоимость момента. Не упусти свой шанс. Звоните номер, указанный на объявлении, прямо сейчас, и в подарок вы получите мега-кофеварку Pro 3000. Потому что лучший способ пить кофе, сваренный мега-кофеваркой Pro 3000, это пить их из Millennium бутылок 800. Поторопитесь, предложение ограничено. Напомните еще раз, почему мы рекламируем это? Может, еще что-нибудь срекламируем? Естественно. Страдаете от недопонимания? Некому исцелить душу. Одиночество – ваше второе имя? К несчастью, я ничем не могу вам помочь. Зато честно. Прекращайте намыливать сопли на кулак и обратитесь к специалисту, в конце концов. Вообще правильная реклама. Как узнать, кто же из них откажет вам качественную помощь? Очень просто. Только лучший мозгоправ этого мира использует высшую бездну кружку 846. Сделанная с любовью на самом быстром конвейере этого мира, она прибивает душевность к любому занятию. Вы можете использовать это не только для чаепития, но и для кофе, воды и прочих напитков. В зашибебезную кружку 846 также можно настроить специальный фильтр, который очистит вашу жидкость от любых примесей. Это особенно полезно для людей и творчества, если вы понимаете, о чем я. О, да! Закажите зашибенную кружку 846 прямо сейчас. Я знаю, вы хотите этого.
Ну тут ты, видимо, не против рекламы. Только после приобретения зашибательной кружки 846 моя жизнь наполнилась смыслом. А про бутылки ты что-нибудь еще скажешь? Потрясающие красивые миллениум бутылки 800 сверкают в лучах прожекторов. Ого, тут гвозди лежат. Гвозди? Так, мне теперь надо все протыкать. Мы же не хотим упустить что-нибудь. Кофейные пятна. Я слышал, они отлично отмываются, если добавить ведро с водой немного мистера Чистюли. Блин, мне, наверное, не стоит каждый раз превращать столовую непонятно во что. А, так это все же ты сделал. Кстати, мистер Чистюли. Да. Старая раковина постоянно засоряется. Куча грязной посуды скапливается в всей квартире, мешая вам жить. Вы ничего со своей жизнью не успеваете? Решение есть! Представляем вашему вниманию незаменимую для любой кухни раковину нового поколения Шик Блеск Высший Пилотаж! Шик-блеск высший пилотаж сделана из высококачественной нержавеющей стали и покрыта устойчивым к царапинам покрытием. Да, жиром. В прошлый раз мы узнали, что это жир. Но самое главное, в шик-блеск высший пилотаж встроен инновационный измельчитель всего, что угодно. 450! Кусочки проверочиваются, сток еды больше не будут беспокоить вас. Раковина больше никогда не превратится в озеро. Только шик-блеск высший пилотаж вашей жизни, конечно, наполняет новые эмоции. Сделайте заказ прямо сейчас, и в подарок вы получите готовый запас средств для мытья всего мистер Чистюля. Мистер Чистюля, очистит все, дашь и вашу душу. В измельчителе, кажется, что-то застряло. Получено зеленое яблоко. Ого, целенькое! Получается, измельчителя опять придется чинить. Надо срочно сменить тему. Дорогие друзья! А знали ли вы, что яблоки содержат уровень холестерина в крови для содержания пектина и соответствующего волокон? А, зачем ты говоришь так? Шик-блеск высший пилотаж. Лучшие раковины во всем мире не найдете. Установка совершенно бесплатна. Где мой мистер Чистюля? Зеленое яблоко – один из важнейших ингредиентов в моем рецепте. Нам необходимо будет нарезать его для того, чтобы сделать это. Давайте возьмем специальную доску для этого. Получена доска. И кроме того, нам понадобится нож. Я предпочитаю использовать ультранож 784. Давайте возьмем его в ближайшем ящике. И сначала мы должны все протыкать. О! Теперь, чтобы нарезать яблоки, нам необходимо взять нож. Очевидно, он должен быть где-то в этой комнате. Ну и хорошо. Черт, я только сейчас поняла, что если бы я не подошла сюда, я бы в жизни не нашла, куда ее ставить. Ну и ладно. Это электроэлита мечта 777. Давайте я не буду понапрасну тратить электроэнергию, пока не соберем все необходимую энергию. Кроме того, конкретно эту конфорку включать небезопасно.
Так как тут все сломалось при таинственных обстоятельствах. Вот сюда мы будем ставить сковородку. Но прежде чем начать что-либо, нам нужны все продукты. Ясно, ясно. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, конечно. Ваша жизнь совсем потеряла краски? Обычно наш уже совсем затопился. Смысла жить дальше не то, чтобы очень много. Но у нас есть решение. Суперсовременный ультранож 784 несомненно станет лучшим приобретением за последние несколько лет. Лезвие из высокопрочной стали вырежет все, что вы пожелаете. Овощи, хлеб, пространство и время, фрукты и даже плоть. Ультранож 784 поможет вам пережить что угодно. Даже такую катастрофу, как попытка приготовить питательный завтрак. Заверите свой ультранож 784 уже сейчас, и он станет верным компаньоном в ваших великих делах. Предупреждение, использование ножа... На живых людях ведет за собой огромная ответственность. Убедительная просьба не размахивать ультраножом 784 в особо людных местах. Взять нож? Огромный выбор, ну естественно. Благодарим за приобретение нашей копии ультраножа 784. Приятного нарезания! С ультраножом 784 я чувствую себя особенно что угодно. Интересно, если мы еще раз подойдем. Особенно сильно на этом фоне выделяется фраза «Закажите ультрабокнот 9000 уже сегодня». Хе-хе. Я хочу потыкаться во все, и меня ничто не остановит. Ну, разве что наличие, а точнее, отсутствие времени. Ну что, за дело? Приготовить и нарезать яблоко? Да, хорошо. Все, что вам потребуется, это нажать стрелкой в нужной последовательности. Звучит просто, да? Нет, не да. Нет, не надо. Однако будет предельно осторожны. Результат может быть совершенно непредсказуемым. О, господи! Так, стоп, что... Я не могу понять, это прикол. Это прикол или... Да что я делаю не так в этой жизни? Парень, мне кажется, ты немножечко рептилия. Ох. Ох, это... Я даже не знаю, что сказать. Выглядит неплохо, наверное. Нет, чувак, выглядит плохо. Особенно для того, кто знает, как работают конечности. Мы ведь все равно сможем это использовать, так? Полученное яблоко с пальцами. Итак, сегодня у нас будет особая яичница с пикантным привкусом крови. Доска нам больше не нужна. Оставим ее здесь. Вот сюда мы будем ставить сковородку. Но прежде нам нужно подготовить все продукты. Окей, но какие продукты нам осталось приготовить? Гвозди, богатые железом. Яблоко с пальцами.
вкуснейшие фрукты, мясные, но и ассорти. Только не говорите, что вы не хотите это попробовать. А, во все тыкаемся. Рекламная пауза. Устали просыпаться по утрам? Ваша голова будто квадратная, и весь день на смарку. Чай, энергетики и зарядка по утрам уже не помогают? У нас есть решение. Новейшая разработка зарубежных инженеров. Мега-кофеварка Pro 3000. Моментально сварит для вас бодрящий напиток из чего угодно. На самом деле только из кофейных зерен, но давайте притворимся, что я этого не говорил. Современный дизайн и высокофункциональность этой чудо-машинки сделают ваше лучшее приобретение на вашей кухне. Всего за несколько монет вы сможете приобрести мега-кофеварку Pro 3000, позвонив по номеру. И в течение ближайших 20 минут мега-кофеварка Pro 3000. Начни свой день с кофеинового передоза. Мы несем ответственность за побочные эффекты в виде пищевого расстройства, кровотечения и кофейных пятен, оставленных повсюду не ради мимыми соседями. Минуточку. Кажется, что кто-то пытался сварить кофе из соли? Да это же то, что мне нужно. Получено соли. На всякий случай, строчку про приготовление чего угодно лучше не произносить. Кажется, кто-то вспоминает ее слишком буквально. Белое кристаллическое вещество с острым вкусом. Острым? Соль разве острая? Итак, начнем готовку. Да что тебе не так, человек? Я уже про все протыкалась. О, растительное масло. Растительное масло, чтобы жарить всякое. Что ж, необходимое у нас есть. Давайте приступим к готовке. Как вы думаете, что в первую очередь нам сделать во время приготовления яичницы? Ладно. Видимо, сохраниться мне не удастся. Налить растительное масло. Совершенно верно! Алекс наливает растительное масло. Подождем немного, пока оно не разогреется. Оу. Хорошо, теперь мы можем переходить к следующему шагу. Чувак, у тебя там дым. Или ты решил прорекламировать огнетушитель 100 тысяч? Чтобы разбить яйца и не накрошить в будущем яичницу в коробу, требуется определенная сноровка. Важно уметь ловить момент и тут же давить куда надо. Если вы все понимаете, о чем я. Следите за колой сверху. Когда сила достигнет максимума, нажмите кнопку действия. Не выше, но ничего страшного. Осталось всего лишь одно. Уж с ним-то я точно справлюсь. Нет, я хочу переиграть! Да. Я назову этот вариант естественным, потому что в этом мире нет ничего идеального. И это естественно. В яичной скорлупе вроде бы как содержится кальций, так что такая яичница наверняка даже будет просто полезней. Осталось только яблоко с гвоздями положить туда, и я наконец-то позавтракаю. Зачем ты добавил гвозди?
Ах да, соль! Конечно, соль лучше до яблоков и гвоздей. После того, как яйца поджарилось, ее можно снять с плиты. Обычно это занимает 3-5 минуты. Важно в процессе не накрывать сковороду крышки, так как желтки покроются белой пленкой. Несмотря на то, что вы совершили какую-то ошибку в процессе готовки, вышло довольно-таки замечательно. Итак, вы запомнили рецепт? Для приготовления вот такой яичницы нам понадобится растительное масло, соль, 2 яйца, горсть гвоздей и самое кислое яблоко, которое вы только можете найти. Яблоки можно нарезать мелкими кубиками или крупными треугольниками, или вообще соломкой, как вашей душе угодно. Их вместе с сковородой добавляется в самом конце. На этом мое кулинарное шоу для всей семьи подходит к концу. Спасибо, что были со мной. Спойлер за шоу! Не-не-не, это уже в следующей главе. Алекс, приготовил еды? Порция на троих! Вычти 2. Делиться не буду. Жадина. Пока я управлялась с завтраком, они почти смотрели мне в рот. Неужели и вправду ни кусочка не оставит? Ну как, гвозди зубы не царапают? Для остроты их добавлять не боюсь. Ты же тема. Вау. Мы демон. Ты же демон. Тебе плевать, чем питаться. Твой желудок ведь просто адовый. Прошу прекратить это, Синку. Кстати, Алик, если продолжишь так медленно есть, опоздаешь в школу. Точно! Мне уже надо бежать. Все сожрал, придется опять самим готовить. Вот черт, я рассчитывала, что он хоть и что-нибудь оставит. Нужно срочно переодеться, чтобы потом отправить грязными гранями науки. Как бы зубы об него не сломать. Нет, я приготовлю идеальную яичницу. Пускай мне и придется перезагружаться сотню раз. Получилось! Ух, прекрасная глазунья. Просто потрясающе! Посмотрите, какая идеальная яичница у нас получается! Сейчас добавим гвоздей и яблоко. Алекс добавляет гвозди. Алекс добавляет яблоко с пальцами. Ах да, соль! Алекс добавляет соль. Конечно, солить лучше до яблок с гвоздями. После того, как яичница пожарилась, ее можно снимать с плиты. Обычно это занимает 3-5 минут. Завтрак, кстати, получился довольно сносным, но есть ощущение, что ему чего-то не хватает. Блин, завтрак, который был гадким, получился лучше. Это как работает, люди. Итак, вы запомнили рецепт? Да, запомнили. Интересно, этим сносным завтраком он их накормит? Алекс приготовил еды. Да, возможно, тебе что-то попадет. А возможно и нет.
Ну а на этом все. Всем пока-пока. И удачи. Чмок. Я знаю, вы хотите этого.